знал о великом человеке еще одном. Это Арджинба, Владислав Арджинба. Я видел один очень интересный ролик, где, безусловно, выдающийся деятель Арджинба на собрании воинов, солдат, добровольцев, абхазов. Это на самом деле очень воинственный, мощный народ. Говорил о том, что где-то вот они что-то неправильно сделали, может быть, с тактической какой-то точки зрения. И он им такую фразу сказал: «На вас же осетины смотрят». Да. Это есть хроника, и на самом деле очень приятно. То, что за 3 дня надо было сделать, вы делаете уже вот 8-10 дней уже занимаетесь этим. Что это такое? Осетины на вас смотрят.